Вот это интересно, понятно или нет? У нас в России 10% населения получает среднюю заработную плату. И только 20% доживает до среднего возраста. Сидеть за одним столом с тигром – это храбрость. А высказать ему в полосатую морду все, что он из себя представляет – это мужество. И последнее. Мой друг, если на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другую хороший коньяк, я бы выбрал... Постой, а зачем их класть на разные чаши?